С 12 по 25 января в Сочи проходил 35-й международный фестиваль команд КВН «Кивин-2024», который собрал более 500 команд. Говорим сегодня в программе «Город ТЭС» о новостях в мире КВН с гостями в студии. Владислав Газиев, капитан команды КВН «Волга», Елисеев Максим, участник команды КВН «Клевер» Леонид Копичай, креативный продюсер и руководитель проектов движения «Самарский КВН», и Галина Тутынина, участник команды КВН «Сборная Самарского политеха».